Михаил, вопрос такой задавали Горбачеву. Кто вы есть? Михаил Веллер. Вроде и не либерал, присмыкающийся перед США и Европой, как господа Рыжков, Касьянов, Каспаров, не национал-предатель, ратующий за расчленение России, как Альбац, не патриот, как Вачков, не рассыпаете комплименты воровской власти и вроде не коммунист. Кто вы есть на самом деле? Только говорите с чувством, с толком, с расстановкой, не идите в разнос. Да, большое спасибо. Кто ты такой? Я понимаю, на кого ты работаешь. Во-первых, с чувством, с толком, с расстановкой еще раз подтверждает, что пока еще на первом месте по цитируемости удерживается в рейтинге Грибоедов Александр Сергеевич и «Горе от ума». Итак, возвращаемся. Простите за накладку. Первый блин всегда комом. Интересно, сколько комиев будет. Кто вы такой? Видите, в чем дело? У большинства людей есть потребность любое единичное явление подверстать какой-то системе. То есть, если у человека есть какие-то взгляды, нужно определить, он коммунист, или он либерал, или он фашист, или он кто-нибудь еще. Видите ли, есть такие люди отдельные, этих отдельных не так уж мало, у которых есть своя собственная точка зрения на все предметы. Вот пока ее нету, этой точки зрения, тот говорит, я еще не знаю, я еще не понял. А если он уже знает и понял, то у него есть своя точка зрения, и она может совпадать в чем-то с точкой зрения власти, в чем-то с точки зрения оппозиции, в чем-то с точки зрения коммунистов, а в чем-то с точки зрения либералов. Либералов это означает, пускай каждый делает все, что может и хочет, если это только реально, никому не мешает. Люди должны быть свободны, хоть создавать какое-то предприятие, хоть писать, что они хотят, от коммунистов. Вы знаете, пора в России, я давно это говорю, в этом я согласен даже с КПРФ, брать руля влево, больше социальной справедливости, больше социального равенства, потому что собственные вертолеты у одних и не хватает денег платить за жилье и питание у других, вот здесь, вы знаете, нужно либерального капитализма поменьше, а коммунизма несколько побольше. Это как-то обезьяны из анекдота, не могу же я разорваться на четыре части. Я, простите, ради бога, в этом отношении сам по себе.